Сегодня мы пройдемся по таунхаус. Это дома, которые стоят просто впритык друг к другу. Ну что, пойдем посмотрим таунхаус. Сразу вот здесь можно вот так сидеть, отдыхать. На входе есть такая со стеклянная дверь, но мы пойдем через основную дверь. Так, тут ступеньки наверх. На первом этаже у нас есть что? Спальня. Есть спальня с выходом на улицу. Небольшой шкафчик там. Есть также тут душ, туалет. И вот эта дверь, скорее всего, идет в гараж. Но она замкнута. Там, в общем, гараж на две машины. Пойдем на второй этаж. Ага. Второй этаж. Это living room. Так. Ну, начнем, пожалуй, с кухни. Кухня достаточно большая. Здесь посудомоечная машина, двойная раковина, печка, вытяжка. Hello there. Ну, смотрите, как эти дома выглядят. Вот. Здесь по центру стоит такой aisle, где можно готовить. Холодильник, микроволновка, туалеты, руки, чтобы можно было мыть. О, и тут же рядом с кухней есть стиралка-сушилка и шкаф встроенный. Такой вот второй этаж. Здесь большой стол обеденный, диван, телевизор на стене, камин и выход на балкон. Такой балкончик. А где спать? Пойдемте по ступенькам дальше. На третий этаж. Еще ступеньки. Пойдем, пойдем. Ну, конечно, центральная термостат, чтобы поддерживать температуру. И вот как заходим. О, Веспа. Нормально. Слева спальня. Большая. Здесь у нас есть встроенный шкафище. А, так, душ. Вижу, душ есть. Двойная раковина, чтобы не мешать друг другу по утрам. И здесь, наверное, туалет. Туалет, так точно. То есть здесь большая спальня. Что у нас дальше тут? Это у нас ванна, душ, туалет. Ага. Здесь комната, которую можно переоборудовать на свой вкус и цвет. Хочешь тренажер, хочешь офис. О, даже мини-бар есть с небольшим холодильником.
Слушайте, ну интересно так, да? Чтобы холодная водичка была, позанимался, сразу попил. На телевизоре включил какую-нибудь программу, чтобы тебя мотивировать. Ну как, придумали. И здесь еще одна спальня. Поменьше спальня. Уже поменьше шкаф, нормальный, обычного размера. Вот. Такие вот таунхаусы. Вот смотрите, у них нету дворика какого-то там, бэк-ярд, фронт-ярд. Они вплотную друг к другу. На территории тут, по-моему, есть бассейн, которым можно пользоваться, если тут живешь. То есть свои плюсы есть, но есть и свои минусы. А вот смотрите, вот так гаражи выглядят. Вот. Вот с задней стороны гараж. То есть, если вход отсюда, то с другой стороны будет подъезд с гаражом. Вот как у нас здесь, где я сейчас стою, если тут вот с улицы будет именно подъезд, и там будет въезд в гараж. Напоминаю, что я этот дом не покупаю, не рекламирую, не продаю. У меня есть свой YouTube-канал, на который я завлекаю подписчиков. И как показал опыт, люди любят видео, где я хожу и снимаю новые дома. А канал у меня связан с медициной и немного про жизнь в Америку. Так что посмотрите мои остальные видео, подписывайтесь. Спасибо за просмотр. А сейчас покажу вам цену этого строения. Это план второй. И цена 698 757 долларов. Что вы скажете, нравится вам такой план или не то? Неинтересно. Вот они, гаражи с обратной стороны.